Всем привет! Я хочу вам показать еще одну карту. Наверняка многие ее уже видели. Несколько месяцев назад она бы проходилась очень долго, потому что мы не знали многих элементов паркура. Посмотрим, за сколько сейчас я ее пройду. У меня всегда вот эти вот наклонные контейнеры скидывают. Надеюсь, сейчас я пройду это очень быстро. Да и вообще всю карту быстро. Зацепились. Уже неплохо. Тут тоже на краешек получилось зацепиться. Есть. Первое испытание пройдено. Довольно-таки неплохо. Вот этот шифт-тест коварный. Не всегда получается его взять. Оп, умерла. Попробуем еще раз. Так. Как-нибудь вот так вот. Оп, есть. Даже наверх запрыгнула. Не всегда это получается. Так. Теперь тут наверх. Ой. Что-то пошло не так. Ну ничего. Эй. Меня. Не хочет пускать. Да что это такое? Ладно, давайте вот тут вот попробуем. Сейчас запрыгнем. Эй, пусти меня. Та большая пропустила, а это не хочет. Оп, есть. Ой, вылетела. Так. Тут, насколько помню, несложный прыжок. Да, несложно. Сложнее приземлиться. Так, лесенка. Не люблю вот эту вот лесенку. От нее отскакивать. Получается разная ерунда. Оп. Есть. Тут умерли. Так, поехали дальше. Тоже несложный прыжок. Главное попасть. Уп.
турбину с самолета. Так, ну тут недалеко. Должно и так хватить. Да. Шифтесик. Не люблю его. Вот именно вот этот. Выкидывает вот так в сторону. Нужно прям совсем ровно-ровно встать. И угадать с расстоянием. Да что это? Эй, я хотела очень быстро пройти эту карту. Да, серьезно ты? Пусти. Давай. Сейчас пройдем все. Оп. Стой, стой. Вывалилась назад. Да ладно. Так. Ну, сейчас только не вывалилась. Молодец. Так, теперь у нас слайд. Есть, чуть не упала, но удержала мотоцикл. Обратный слайд уже сложнее. Ну ничего. Тоже пройдем. И довольно-таки легко это вышло. Вот этот слайд более интересный, потому что там нужно подпрыгнуть уже. Поехали. Опа! С первого раза. Есть. Так. Интересно, получится мне здесь проскользить по зебре. Обычно я тут перепрыгиваю. Сейчас попробуем. Эй! Не получилось. Попробуем еще раз. Ой, вообще откинула в сторону. Не-не, куда ты? Не надо так улетать. Так, еще одна попыточка. Возьмем, попробуем встать поправее чуть-чуть. Не долетела. Печально. Да, блин, в сторону кидает так. Ну, врезаюсь и все. Только не пойдет. Вообще, куда я полетела? Трамплин откинула в сторону. Приземлилась криво. Не поехала. Что? Ладно, еще раз. Сейчас все пройдем. Все. А, нет. Такая хорошая попытка была. Да что ты?
Почти же. Надо было тебе разбиться-то. Эй, вообще мимо. Не надо так делать. Ну, вот опять сейчас вообще не пойми, что получилось. Ну, я хочу быстро пройти эту карту. Застрял на какой-то ерунде. Не, перепрыгнуть-то можно сразу же. В принципе, тут несложно. Но я хочу именно проскользить этой зебре. О! Ура! Главное теперь вот здесь вот не упасть. С краешку. Все. Прошли. Есть! Поехали теперь дальше. Лесенка, лесенка, лесенка. Несложная лесенка. Всего 5 контейнеров. Вот там нужно дальше долететь. И мы долетели. Мне, наверное, больше всего не нравится вот этот момент. На этой карте. То, что я вот не могу нормально попасть всегда. На эту палку. Ну что ж, попадем. Вот так вот. Есть. Такс. Теперь попасть в контейнер. Не разбиться в дверях. И прыгнуть. Ой, вот башка уже разбилась. В контейнер. Нет, заново. Надо встать прямо. И тогда будет все хорошо. Даш, серьезно. Ладно. Попробуем вот так. Ну, я теперь не долечу. Ну. Чего застопорилось-то там? Ну, опять. Эй, уже времени много. Я хотела быстро ее пройти. Нет бы сразу же так, а? Это не пускало еще. Так, боковая езда. Ой. Зря нажала влево. Ничего. Надеюсь, я это быстро пройду. Ай. Поехал уже, цепанул платформу. Нет, плохо. Еще раз попробуем. Так. Вот, поехали, все. Иху, есть. Интересно, за 15 минут я успею пройти или нет? Так. Разбилась. Да что это? Серьезно? Серьезно? Не разбивайся. Ну. Непонятно чего-то. Эй. Нет, за 15 я уже не успею. Опять? Серьезно? О. А чё не пускала-то раньше? Непонятно. Непонятно. Ладно, поехали. Тут осталось-то чуть-чуть совсем. Ой.
остались вредные колесики. Так. Поворачиваем. Движем колесики. Надеюсь, я их пройду с первого раза. Так. Так. Чуть-чуть назад. Так. Есть. Так, и последний прыжок остался. И все. Несложная карта. Ну, уже для меня несложная. Несколько месяцев назад я бы ее проходила часа два, может быть, три, не знаю. Полетели. А я долечу-то вообще? Должна. Долетел. Ой, разбилась. Не страшно. Осталось теперь только долететь до финиша. Вот такая вот карта. Пробуйте, тоже проходите. Всем спасибо, всем пока.